катушную вкладку. Или проездной арки. Проездной арки. Вот фундамент сейчас гидроизоляции начал. И завтра начинаем варить каркас и вязать. Ну, красота вот она, вот колонны круглые, которые обмазываются, вот белые. Он внизу базы тесан, со всех сторон, кого мы начали. Ну, вообще должно быть красиво. И начинаем где-то на той неделе к собору. Понимаете? Вроде бы или внешне. Да? Да. Ну, вроде элементов много, видите. А есть купола, когда все откроются? 5-го закончим июля последний купол золотить. Ну, потихонечку будем снимать. К середине июля, наверное, снимем. Просто не считаем, что удар надо из пустыни снимать. Да нет, конечно. Не-не, но все-таки вид, чтобы был. Где-то к 15 июля уже будет хорошо. И так уже разговоры идут. Во, вдруг маленький стал просматриваться. Да. Последний, 4-й из маленьких, будет 5 июля.